Hi guys, welcome back to Junris Vlog at Reactor. For this video reaction, let's go to our favorite country, which is Russia. Privet and spasiba to all of you guys, and how are you all? So the title of this video that we need to do some reaction for today is Americans about Russians, what it is better in Russia than in America. Oh my god, the title itself is so interesting. And the original owner of this video actually, guys, is, I will put the link on the description box below, English in Siberia with Hanchu Farin. So thank you so much for this one also. But I choose, there is an English subtitle, way how he just presented with this one, the way how he did the reaction video is on English, so you can watch with that one. So I'll put in the description box below. But I choose tablet memory, because tablet memory, he had this voiceover into Russian, and you can turn on the CC, guys, the subtitles down there, so that you can, there is a Russian subtitles also. I hope you'll be having fun and enjoy watching with this one. Credit to the owner also with the video to tablet number, I'll put on the description box below, so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click on the notification bell, so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any video that you can suggest about Russia, drop it on the comment section. I would love to read and respond you all and make your video requests. And let's get to it. Enjoy, guys, and have fun watching, because I'm always excited, like the way how this reaction video, crazy. Wow, thank you so much for this Йоу, привет, мир! Это ваш парень по фамилии Филочка. Что это за американец, который выглядит классно? Это я. И что я сделаю сегодня? Сегодня я сделаю новый особый эпизод. Я знаю, что обычно я учу английскому языку, и большинство из вас смотрит мой канал именно поэтому, но иногда я экспериментирую и делаю что-то другое. Не волнуйтесь, на моем канале есть сотни видео, которые помогут вам выучить английский, но сегодня в этом видео я поговорю о том... Эй, американцы! В России есть много вещей гораздо лучше, чем в Америке. Сегодня я поговорю о тех вещах, которым американцам хорошо бы научиться у русских. Некоторые вещи в их культуре, которые, если бы были в нашей культуре, было бы гораздо лучше и для наших людей, и вообще для всего. Я думаю, это было бы лучше для нас. Конечно, что-то есть лучшее в Америке, но в этом видео я буду говорить о трех вещах, которые я заметил гораздо лучше в России, чем в Америке. Я вам о них расскажу, и я объясню конкретно, почему я это так вижу. Итак, давайте начнем. Я возьму свой телефон, там записи, которые помогут мне все вспомнить. И первая вещь, о которой я вам хочу рассказать, нету насилия в мультиках. Русские мультики, они тоже веселые, знаете. Ну и самые популярные русские мультики, по крайней мере, о которых я точно знаю, которые я видел. Это маленький Мишка, он как наш Винни-Пу, но они называют его Винни-Пух. Он меньше, когда он ходит, у него вообще нет ног. Ходит, но у него нет ног. Все, что у него есть, это стопы. Он любит есть мед, у него много друзей, и он просто одержим медом. Но в этом мультике немного оружия. Если есть какое-то оружие в нем, то оно стреляет пробками, но оно не выглядит как настоящее оружие, там нет никаких настоящих пуль, которых у нас полно, например, в Bugs Bunny. Этот мультик не жестокий. И тоже я хочу сказать о другом очень популярном мультфильме. В «Ну погоди» есть такой волк, который преследует маленького зайца. Но вот этот заяц — это мальчик-заяц? Мальчик, да? Но что было интересно, этот мальчик-зайка больше похож на девочку-зайку в Америке, потому что в американских мультиках мы не обозначаем мальчиков румяными и длинными ресничками. Поэтому для большинства американцев это маленькая зайка, которая на самом деле заяц, но его бы посчитали за маленькую девочку-зайку. И я был очень смущен, когда я понял для себя, что на самом деле это мальчик-заяц. Но очень мало оружия и всякого вот такого насилия в этих мультиках. То, что объединяет наши мультики, это то, что почти во всех них есть жуткое насилие. И я был в России некоторое время, когда я смотрел русские мультики, изучал русские мультики, а потом я возвращался к американским мультикам, и я подумал, ёкаламана. Вот в нашем мультике там пытаются застрелить Bugs Bunny, и Bugs Bunny перенаводит это ружье на самого охотника и стреляет охотнику прямо в лицо из дробовика.
И я тут не пытаюсь сказать, что Америка жестокая из-за мультиков. Я хочу сказать, что гораздо лучше для наших детей не вырастать на мультиках, в которых насилие. На этих жестоких образах. Мультики создаются для того, чтобы приносить детям хорошие светлые чувства, для того, чтобы показывать им образы, которые дети должны держать в своих головах. Образы, от которых они, возможно, могут чему-то полезному научиться. Но выстрел прямо в рожу из дробовика? Не думаю, что это полезно. Для деток-то. И это номер один. У России почти нету жестоких мультфильмов. И переходим к номеру два. Номер два о социальных сетях. В России много разных социальных сетей, и самая большая социальная сеть в России — это... Это значит ВКонтакте. ВКонтакте на протяжении года всегда происходит очень много перемен. Сначала он назывался... А теперь мы его знаем как... Теперь он стал более интернациональным. Но почему ВКонтакте гораздо лучше, чем Facebook для многих людей? Потому что, проживая здесь, в России, эта соцсеть достаточно свободная по поводу музыки и по поводу фильмов. Right. Но ВКонтакте — это как раз та соцсеть, где я стал популярным. Oh, wow. И в этой соцсети ты можешь слушать музыку свободно, ты можешь загружать музыку, загружать, выгружать, что хочешь. И все ты можешь делать прямо в этой соцсети. Можешь общаться с другими людьми, встречать других людей, делиться с ними разной информацией. То есть это почти как Facebook, только у тебя есть возможности не беспокоиться об авторском праве в музыке и фильмах. И дело не только в этом. Они также имеют очень классные, я бы сказал, дополнения. Дополнения, которых практически нет в Фейсбуке. Например, на моей странице, если я хочу узнать, что думают русские, я могу поставить туда опрос, и в этом опросе ты можешь все настроить, как хочешь. Люди могут проголосовать, и ты можешь узнать их коллективное мнение. Ну, это типично. ВКонтакте есть очень много прикольных, интересных вещей, которые ты не можешь использовать в Фейсбуке. ВКонтакте вообще-то не популярен в Америке, но только вчера я был в головном офисе ВКонтакте. И мне там рассказали, что ВКонтакте собирается расширяться на Америку, но в основном с фотоприложением типа русского Инстаграма. Поэтому, американцы, встречайте ВКонтакте, идет к вам. И это второй пункт, гораздо более удобная социальная сеть. Из-за дополнений, свободы в видео и в музыке. Ну и мы подходим к третьему пункту, и этот пункт вызовет, наверное, самые большие споры среди моих американских подписчиков, поэтому я как можно лучше попытаюсь описать этот момент. Я не хочу вас разозлить, я просто говорю, как думаю. Третий пункт заключается в том, что полиция в России гораздо лучше относится к черным, чем полиция в Америке. Я сейчас вам это объясню. Это то, что я понял по своему собственному опыту. Это то, через что я прошел, и, возможно, другие черные люди. Если я говорю черные, это значит люди с афроамериканской кровью. Я из Америки, да, но моя кровь африканская. И это, наверное, мнение афроамериканцев здесь, в России. В России со мной обращались гораздо лучше российская полиция, чем в Америке американская полиция. Знаете ли, в Америке копы немного агрессивны к черным людям. Иногда они стреляют в черных людей, арестовывают их вообще без никаких причин. Но здесь в России все наоборот. И я сейчас это объясню. Когда вы приезжаете в Россию из другой страны, я думаю, из всех стран, но именно если вы приезжаете из Америки, вам нужно регистрироваться. То это означает, вам просто нужно сходить в регистрационный офис, зарегистрироваться, там все свои документы и так далее. И после этого вы можете как бы оставаться легально. То есть вам нужна и виза тоже, а потом вам нужно зарегистрироваться. Виза — это не все, вам еще нужно зарегистрироваться. Рассказать им, где вы живете и так далее. И что прикольно, когда первый раз я сюда приезжал, я не регистрировался. Первые несколько раз, когда приезжал, не регистрировался, потому что я не думал, что это важно. Я не знал. Но и выяснилось, когда я пару раз оказался лицом к лицу с русской полицией, когда они поняли, что я не зарегистрирован, вместо того, чтобы отвезти меня в тюрьму и делать другие вещи, которые они могли бы сделать, они просто поговорили со мной и отпустили. Почему? Наверное, потому что я черный. А еще почему? Вот я вам сейчас расскажу. Два разных полицейских в разных городах сказали мне одну и ту же фразу. И я был с одними и теми же людьми в этот момент, поэтому они могут доказать это. Потому что они были там и сами все это слышали. Два разных полицейских сказали одну и ту же фразу. Они сказали: ты за это можешь пойти в тюрьму, но мы не хотим сажать тебя к таджикам. Вот что они сказали. Что такое таджики, это знаете?
Люди с Кавказа, да? Ну да ладно, вот здесь, в России, вот эта вот расовая мультикультурная тема, она немного по-другому протекает. В Америке это в основном черный и белый, ну или черный, латинос и белый. Но в России все немного по-другому. Здесь некоторое напряжение происходит между русскими и людьми с южных областей России. Возможно, с Кавказа, с Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана и так далее. Поскольку в России много иммигрантов из этих стран, то есть некое напряжение между этими иммигрантами и коренным населением. И таких людей поэтому часто проверяют на документы, их обычно арестовывают, если они делают что-то плохое. Но поскольку я черный и американец, они, знаете, не смотрели на меня и не пытались экстрадировать меня в свою страну, и они не пытались как бы слишком усердно делать свою работу, просто потому что немного нас, таких как я, здесь. Наверное, они поэтому меня отпустили и не арестовали. Два раза они могли по закону меня арестовать. Но они не арестовали. Они были очень вежливы. Они даже помогли мне получить ту информацию, которая мне нужна была. Вместо того, чтобы отвезти меня в тюрьму, что было бы гораздо быстрее, они помогли мне получить ту информацию, которая мне нужна была, чтобы я не попал в тюрьму. Я не могу представить себе, чтобы такое происходило в Америке. Я не могу такого представить, чтобы американский полицейский мне сказал: ну ладно, мы будем вежливы с тобой, и мы поможем тебе не попасть в тюрьму. Да нет, конечно, в Америке мне скажут: рожа в асфальт. Вот такие вот отличия. Поэтому я думаю, что американская полиция может кое-чему научиться у русской. Я не говорю, что американская полиция не должна арестовывать людей, если они делают что-то плохое. Я имею в виду, что, возможно, иногда полицейским в Америке нужно быть более вежливыми, более понимающими, что ли. Не нужно постоянно мутузить людей, а? Не нужно арестовывать людей за какое-то мелкое правонарушение. Возможно, я считаю, что американские полицейские должны смотреть на людей как на людей, которым можно помочь, а не на мишени для преследования. Вот чему, я думаю, американским полицейским можно научиться у российской полиции. Спасибо за ваше время. Если хотите увидеть новые интересные видео, переведенные на русский язык, подписывайтесь на канал. It takes a lot of courage and guts to like compare with the like US and the Russian, but of course this is not just to attack with other countries or countries that he just mentioning, because in respect this is just of how he observed when he was in US and when he was now in Russia. That's the thing. I had love and respect also, because sometimes you can also like compare of the things that was happening like from the police and then from the television that you watch. The comparison is not that just like taking into the negative things of other countries and then telling like this one, and like it's just an opinion that it should be valid and should be respected. And I salute to this guy, this amazing English in Siberia with the Hancho foreign. He has a nice channel also, guys. Check on him. And this is an amazing video. Interesting also, like the facts that he just saying about the Russian, of how he was just treated with the Russian police. Wow. And how the experience of just staying in Russia. This is an amazing. That's why I really love it, to enjoy watching like this one and hearing the foreigners, what they are saying about the Russian, of how the experience that he just been built. Because if you are just planning, or someone will be going to Russia, of course they will feel safe. And then he just felt safe also in Russia, staying in Russia, and that's amazing and that's fantastic also. Much love and respect from the Philippines, because I'm planning to be there in Russia, or might be one day someday I can go there, and I know that how's the safety of Russia, because watching this video, this is interesting, this is amazing. And I hope, guys, you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video, it's on the description box below. And if you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share and subscribe also with my channel. And this is Junris Vlogadag React, saying stay humble, stay positive, guys. If you want to connect my social media account, it's in here, guys. And if you want to connect also my co-reactors to Sune Reacts and also Karachi Reaction, it's on the description box below. These are my co-reactors that we have the same content, that doing some reaction about Russia. So connect with them also, guys. I would love to hear also with you at the comment section what are your thoughts with regards to this video. And mabuhay po tayong lahat. God bless everyone. Bye bye po. Spasiba to our Russian friends. See you in my next video reaction, guys.